Ничего не утаив, мы вам скажем прямо, что других не признаем сказок и легенд. До того, как создал Бог Еву и Адама, появился на земле абитуриент. Сколько в мире есть задач, сколько есть вопросов, должен дать на них ответ он в один момент. О, он еще не Резерфорд и не Ломоносов. Он откуда рядовой абитуриент? Хочет знаний любом он дойти до сути. Он вчерашний ученик, завтрашний студент. И выходит, что у нас в каждом институте самый главный человек